Событий самиздата 1968 года, послание, слово Ларисы Багарас, Павла Литвинова, Вадима Делоне, Владимира Дремлюги и Константина Бабицкого. И защитительная речь Ларисы Багарас. Пятое. Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года. Сборник документов, составленный Павлом Литвиновым. В составе сборника записи суда над Владимиром Буковским, Вадимом Делоне и Евгением Кушовым. В сборнике приведен ряд документов. В самиздате книга существует.